Сегодня у нас 3 июля 2018 года. Время уже 11:30 дня. Вот. Мы пришли с ребятишками с утра, вот тут после завтрака. Потом вот Игнатий ночью подошел. И вот сейчас уже трудимся. Сегодня уже второй день на этом огороде. Тут больше 20 соток. Огород большой. Все здесь сделано картошкой. Засеяно. И вот пропалово. То есть траву скашиваем тяпками. А потом будем жуков собирать и окучивать. Жуков, как всегда, очень много. Вовремя не собрали. И вот сейчас уже личинки осью появились. Это хуже всего. Собирать их. Вот их видно. Вот они сидят. Караеиды эти. Едят и едят только. Жизнь у них незавидная, конечно. Ничему не научишься. А вот у них сидят эти, которые размножают. Полосатики. Красивые, конечно, но вредные для нашей картошечки. Вот, краснов, как ягоды усеяны. Вот Игнатик, значит, тут рядом Полина ходит, научает ее тяпать. Просто кипит этого. Посмотри, вот сколько его тут. Да. Жука. Много, да. Вот оно, все объеденное. И вот и куча просто. Вот идешь, вот оно, везде красное. Ну, когда идем, я вот так вот раз, сшибаю на пол. Чтобы пока он доберется, мы закончим. Сделаем что-то и будем его травить. Говорят, как-то что-то с чем-то надо у матушки узнать. Зола. Зола. Море пропадает. Золу с чем? Как он? С керосином надо. С керосином, да-да. И кропить кисточки. Да-да. А так собирать это... Так они погибают или нет? Ну, я как понимаю, что они просто уходят. А куда они уходят? К соседу? Наверное. Она говорит, что зола это хорошо, у нее желудок забивает, и они погибают, если с золой делать. Не может быть и так. Надо сначала от травы освободить вот это все, картошку. Ну а потом уже, когда окучивать будут, тогда внутри которой трава остается выбрать. И протравить. Может маленько что-то будет. Нынче дождей, море. Что? Работа не трудная такая, но я потею. Ну, Нестор работает. Дрова. Раза три одежды меняют, дым. Ну, не красивее. Вот так вот. Небо, как обычно, разное и прекрасное. Чудные дела Господа. Велики и чудные. Все. Слава Христу. Аллилуйя.